Привет всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чегеря, вот это реакция на пятую серию сериала «Мандалорец». Второй сезон, продолжаем смотреть. В прошлой серии мы встретились с героями первого сезона, со старыми друзьями, был там опять у нас небольшой квест. Чё... Интересное, там засветились клоны, типа похожие на Сноука. Я сначала подумал то, что это, ну, просто для армии этих черных клонов, ну, этих штурмовиков. Вот. Но, возможно, все-таки реально в те времена, типа, уже пытались сделать, ну, Сноука, то есть не Сноука, а Палпатина. И вот получались такие клоны, короче. Возможно, так и есть. Ну, это одна из версий, и, ну, она больше похожа на правду. Получается, сериал связывают с сиквелами, то есть с 7, 8, 9 эпизодами. Вот, что, конечно, не очень хорошо, и, в принципе, клево то, что они это делают. Не знаю, что как конкретно. Но в любом случае интересно, интересно, что будет в данной серии. И увидим ли мы наконец Асока Тана. Я уже заколебался. Я, кстати, начал смотреть мультсериал. Ну, то есть я сейчас уже на пятом сезоне. И, блин, Асока Тана, она вообще супер крутая девчонка. Очень прям нравится. Сам мультсериал, конечно, имеет много ненужных серий, но есть прям очень крутые, благодаря которым я узнал куда больше. Вот, ладно, давайте не будем тянуть и заценим. Походу мы снова с ними увидимся. Где я могу найти джедаев? Будет круто, если мы увидим Бо-Катан. На лесной планете Корпус. Там ты найдешь Асоку Тану. Я Сок. Скажешь, что ты от Бо-Катан. Интересно, интересно. Ну, по-любому они должны будут помочь, так как ему жучок установили. За ним точно проследит этот Мофф Гидон. Я надеюсь, то, что они все-таки придут на помощь. Они же за ним как раз охотятся, и у него меч. Офигеть! Офигеть, классно-то. Немножко не похоже, конечно. Ну, похоже она, похоже. Просто этот, ну, сама прическа немножко как будто отличается. Нету этих рожек. Как насчет? А, есть сотни. Маленькие. У тебя один день, чтобы решить. За что она борется? Вернись на место. Маячок заметил. Звезда смерти. Ну, притяни. Вся надежда на малыша. И хотя они все равно его найдут. Гаишники. Скорость замеряют. Ну, здесь он поможет сейчас Асоке. Какая-то печальная планета. А, он еще и с собой таскает. Нормально. Изложите свое дело. Я уже несколько дней на охоте. Ищу где передохнуть. Хорошая броня. Они сейчас его наймут поискать ее, типа найти ее. Ну что тут происходит, пока не могу понять. Сейчас скажу, надеюсь. Извините, вы не слышали о
Все сторонятся, боятся. Что-то очень странное в этом городке. Может, они осаду держат, типа Асока хочет освободить город? Оккупировали городок, может. Помогите нам. Она всех нас погубит. А у нее нормально все. Дерево растет. Вода. Я хочу, чтобы ты убил ее. Это трудная задача. Для которой ты отлично подходишь. Но я уже сказал, моя цена высока. Ну это не простое копье, наверное, какое-то. Бескар. Угу. Чистый Бескар. Сиди, не высовывайся. Где мне найти этого джедая? Хитрец. Это что за зверь? Ношу его с собой на удачу. Она тебе понадобится. Ложная тревога. Все? Асока Тану. Я от Бо-Катан. Есть разговор. Та-да-да-да. Мурашки аж по коже. Как-то все так спокойно, тихо, блин, типа... Давайте уже какую-то информацию, алло. Половина серии. Он говорит. Ничего не шарю. Ты его понимаешь? Мы с Грогу чувствуем мысли друг друга. Грогу? Да. Вот и имя. Как его зовут? Грогу. Он вырос в храме джедаев на Корусанте. Многие мастера обучали его на протяжении многих лет. В конце войны клонов, когда Империя пришла к власти, он был спрятан. Ничего себе. Я знаю только одно подобное существо. Мудрого мастера-джедая по имени Йода. Два же было. И требуется серьезная подготовка. Капец, у меня сердце бьется вообще. Я видел, как он делает то, что я не могу объяснить. Ну, Бескар, кстати, ничего, так броня-то. Посмотрим, какие знания таятся в этом маленьком разуме. Подойди. Он упертый. Не он, ты. Я хочу посмотреть, послушает ли он тебя. Грогу. Давай. Подними камень. Штучку надо туда достать. Давай. Молодец. Молодец, малой. Я не могу его обучать. Что? Почему? Ты же видела, что он может. Привязанность к тебе делает его уязвимым для страхов. Для злости. Тем больше причин обучать его. Нет. Я видела, что такие чувства могут сделать с обученным рыцарем-джедаем. С лучшими из нас. Помогу с твоей проблемой, если позаботишься о том, чтобы Грогу был должным образом обучен. Неплохо, неплохо. У нее небольшая армия охранников с бластерными винтовками А-350. Кто она такая? Она предложила мне за тебя посох из чистого Бескара. Морган Элсбет. Во время войн клонов ее народ был уничтожен. Она выжила, и ее гнев подпитывал индустрию, которая помогла построить имперский флот. Я, видимо, не дошел еще.
Ну, он типа ее сейчас в плен взял, допустим. Можно так привести ее. И уже когда окажутся в городе, этот, ну, начать атаковать. Самое простое, что пришло в голову. Ну, похоже, что нет. Это она, тревога. Наконец, заколебал уже, наверное, он там всех жителей. Твой охотник за головами потерпел неудачу. Она, короче, специально, я понял, специально отвела основную массу. Классно вообще. Такие дела. Значит, ты сговорился с джедайкой? Похоже на то. Неужели сейчас будет битва? Неплохо. Что-то мне подсказывает, что копье ему все равно достанется. Да, будет сложно. Ну, вторым мечом, чё стоишь-то? Чего вот они делают второй рукой? Зачем? Ударил, ну, второй, я не знаю, по ногам там все дела. Я, конечно, красавчик. Не трогают друг друга. Кто, по-твоему, победит? Похоже, мы победили. Не похоже что-то пока. Не убирай руку. Он этого и ждал. Нормально не болтает. Сзади. Где гранд-адмирал Траун? Где твой маленький друг? На корабле. Жди здесь, я схожу за ним. Забавно, саундтрек играют на этом. Просыпайся. Пора прощаться. Ты ему как отец. Я не могу его обучать. Отправляйся на планету Тайтан. Там ты найдешь древние руны храма, которые имеют сильную связь с силой. Поместите Грогу на камень на вершине горы. А что потом? Грогу сможет выбрать свой путь. Блин, мне еще хочется ее увидеть. О, Дэйв Филони сам. Так, ну что ж, наконец-то, увидели Асока Тана. Похоже, взрослая такая уже, повзрослевшая. Как-то, ну, долго и нудно, что ли, прошла первая половина серии. Прям что-то вообще непонятно было, что происходит, кто, что... имена этих хозяев, что-то вообще, ну, я пока не в курсе, конечно, может, этот в сериале еще я не дошел до этого, ну, в мультсериале. Посмотрим, но, наконец-то, эта долгожданная встреча все-таки произошла. Как оказалось, у Йоды есть привязанность, и это может помешать ему, и... Ну, тут такая связь, намек был на Энакина Скайуокера и Дарта Вейдера. Очень клево, конечно. Вот. Что-то долго добираются до него Мофф Гидеон. Когда это вообще произойдет? Непонятно. Я думал, типа, в этой серии, но, возможно, в следующей.
В начале в титрах нам показывали еще Бо-Катан, ну вот Мандалорцев. Я думал, то, что мы их увидим в этой серии. Я думал, тут какая-то заварушка прям будет крутейшая. А в итоге, ну, как-то слабовато. Чисто вот Асока Тана, короче, тащил на себе этот выпуск, серию, ее появление и эти битвы на мечах, вот с этим еще копьем Бескара, клево. Сама Асока, конечно, вообще супер ниндзя, появляется в темноте. А серия сама темная, понимаете, еще вот что хотел сказать. Такая темная, у нее такие тусклые, печальные оттенки, тона. Вот, какая-то холодная она прям. И, по-моему, у нее были зеленые мечи, а здесь они какие-то голубоватые. Либо мне кажется. Вот. Ну, в общем и целом, серия мне, конечно, понравилась. Что-то она как будто заподозрила в конце еще. Я думал то, что малыш еще оставил этот свой, ну, ручку эту. Мне кажется, там жучок, ну, скорее всего, раз такое внимание уделили этому. И мне казалось то, что он оставил этот жучок где-то там. Но, наверное, с собой все-таки взял. Получается, они еще увидятся, если он все-таки доберется, конечно, до храма. Не знаю. Но все, наверное, я сказал по поводу серии. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.